Очень интересная, оригинальная лавка из дерева. Из толстого такого куска. Смотрите, как они сделали. Положили дерево. Чик, чик, чик. И все, и прицепили его, прикрепили. Сюда вот таким образом. Сделано очень оригинально. Притом, лично мне нравится, не знаю, очень приятно сидеть на лавке, которая деревянная. И вот здесь всякую ерунду писать. Но это, конечно, когда тебе делать нечего. Просто когда сидишь на лавке, которая деревянная, у нее есть своя целая история. Во-первых, кто-то на ней что-то пишет, потом вот эти вот развилки идут. Всякие такие вещи, и она впитывает в себя всю вот эту энергию, во-первых, жителей, которые живут в этом дворе, скажем так, ну, в любом дворе, где есть такие лавки. Во-вторых, каждый раз люди на ней разные сидят, каждый свое что-то в нее вносит, и со временем, не побоюсь даже так сказать, она становится уже произведением искусства. Вот на данный момент мы видим лавку, которая не очень такая уж древняя, как видите, ее все-таки, наверное, недавно. Ну как недавно, я думаю, несколько лет, но у нее нету такой большой истории. Вот у этой же побольше разрисованность есть, но тоже я не думаю, что она прям такая сильная древняя. То есть такая вот такая жизнь. Как здесь показывается количество лет дереву, также здесь показывается количество лет служения этой лавки людям. Пока все. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.